Избиение или обоюдная драка? Очередное заседание по делу Мамаева и Кокорина прошло в Пресненском суде. Речь в основном шла о драке у клуба «Эгоист», когда пострадал водитель Соловчук. В суде опросили охранника, а также девушку из компании игроков. Они рассказали, что на допросе многое за них дописал следователь. Потом показали видео избиения Соловчука. Ему сломали нос. Адвокаты обвиняемых пытались спорить. Это не избиение, а обоюдная драка. Прокурор упрекнула их в бесчеловечности, заявив, что человека чуть не убили.